Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. Ми сьогодні в розмові на тему будемо говорити з чарівною гостею в нашій студії Марія Довкіна, директор обласного палацу культури. Доброго дня. Доброго дня. Марія Миколаївна, обласний палац культури відкрив свій сезон, власне, активне, бурхливе життя в місті розпочинається з приходом осені. Там День міста і, просто День незалежності, День незалежності, День міста, багато заходів. І, безумовно, обласний палац культури включається в всі ці заходи, він включається в всі ці свята, тобто сезон розпочато. Але так склалося, ми з вами ще не говорили про те, яким він буде. Зустрічалися в цій студії, але дуже коротенько, але хотілося більше дізнатися про те, що ми зможемо побачити, в чому зможемо взяти участь, чим палац буде цікавий городянам і навпаки. Хороший вопрос, интересный. Для нас действительно это очень, очень активно начался этот учебно-творческий год. Почему я говорю учебно-творческий год? Потому что все-таки не просто занимаются творчеством. У нас большое количество деток, и мы прежде всего искусством театра, искусством танца, искусством вокала детей воспитываем. Это преимущество наше большое, это наше главное направление, только для нас это творческий сезон. Очень активно начался, начали с большого красивого праздника на День независимости, после парада вышиванок, все коллективы дворца на площади под красивым светящимся фонтаном показывали все свои таланты. Год очень серьезный год. Здесь очень много мероприятий, таких, которых у нас идут непосредственно, являются уже сугубо творческой визитной карточкой дворца. Это и заседание клуба «Победитель». Это и для людей пожилого возраста, потому что очень большой процент людей такого возраста приходит к нам во дворец. И с каждым годом этот процент увеличивается. Казалось бы, да. Люди приходят в культуру. Может быть, на какое-то время они отошли. В детстве когда-то пришел, потом стал учиться, отошел. Но когда он остается один, и когда ему одиноко в 70-80 лет, этот человек приходит снова во дворец за общением, за встречей с песней. У нас когда-то было у Владимира Ильича Горбенко в хоре ветеранов, когда-то было 50-55 человек, сегодня это под 90. Как он с ними справляется? Справляется. Это огромное желание. А в мероприятиях они тоже все 90 человек принимают? Все. Это стоит в 5 ярусов наши хоровые станки. И еще плюс еще 2 рядочка. На стульчиках сидят особо очень, очень старшенькие девочки. Это просто потрясающе. Да, это потрясающе, это здорово. Очень красивое мероприятие было вот совершенно недавно, новый такой свежий взгляд. Это ко дню защитников, День захисника Вітчизни. Красиво под покровом и Пресвятой Богородицы, и под покровом, который был на сцене наш державный прапор, выступали коллективы, творческие коллективы и дворца, и творческие коллективы Университета культуры и колледжа, поэтому это очень красивое было, эмоциональное, душевное, сердечное, доброе, честное, красивое мероприятие. Что впереди? Ну вот если кратко так представить работу дворца, то у нас два направления. Это творческие коллективы и где воспитываем, обучаем деток, подростков, молодежь, даже и людей старшего возраста, и клубные, то бишь наши дозвилля, так сказать. В этой связи у нас получается общая цифра, если так в цифре назвать, то это 30 наших коллективов и творческих объединений, которые насчитывают порядка около 4000 постоянных участников. Потом дозвилева работа, то есть это активный досуг, это досуг горожан наших, это те, кто приходит на мероприятия разово. Но это порядка более 300 мероприятий за год и до 200 в тысячах людей, потому что каждое мероприятие – это тысяча. Ну вот и представьте. То есть это те, кто приходит к нам только в гости, вот, постоянных жильцов дворца. Я назвала это около 4000, а гостей у нас очень много.
Это так. Цифры, да, вещи прямо, иногда да. просто это потрясают. Это то, что есть официально, оно зафиксировано в документах, потому что ведется учет, это то, что есть на самом деле. По каким направлениям ведется? Конечно, это возрастное направление. Первое, как мы его так образно назвали, палац мого дитинства. Во дворец приходят детки, начиная с 3 лет. Ну и старшеньких я вам говорила, Серафима Петровна Иншина уже за 90. Поэтому... Да, по-моему, ее юбилей, по-моему, 2 или 3 года тому да, назад отмечали. Да, 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 она участница хора ветеранов. Вот с 3-4 лет эти малыши, которые приходят родители, которые нам доверили, спасибо вам, родители, большое, доверили нашим рукам, нашим специалистам, доверили деток, они приходят. Несмышленные, не умеющие. Буквально через 3-4 месяца этот активный ребенок знает, где находится его комната, где находится тренировочный зал, где находится сцена, как себя вести на сцене, как зовут преподавателя, как зовут директора, как зовут, куда нужно пройти. Они становятся активными членами нашей семьи. Вот, это очень приятно. В этом направлении очень много мероприятий, и мы сотрудничаем не только вот сами по себе с этими детками, которые к нам приходят. У нас хорошие творческие связи с интернатом вот здесь на 8 марта. Это детки, которые нуждаются в дополнительном внимании. Хорошей традицией стало выезды в детскую онкологию. Там нас всегда ждут. Это тоже особый подход. Да, там не нужно большой концерт. Там нужно внимание, там нужно поиграть с детьми. Нас там тоже ждут. Знают нас и в санатории Дубки. Да, знают нас, получается, наш дворец расположен как раз на границе Заводского и Центрального района, поэтому все социальные работники и Заводского, и Центрального района, все и детки и Заводского, и Центрального района, все у нас. То есть это детки в любом случае нас ждут. Ждут очень праздник День Святого Миколая. И, конечно, наши великолепные новогодние праздники. В прошлом году был очень интересный праздник, очень много новых костюмов. В этом году будет лучше. В этом году будет еще лучше, потому что он посвящен детским фантазиям. Я даже не рискну... Я обязательно скажу и приглашу на детские фантазии. Что можно? Это тема и направление сценарного хода нашей новогодней сказки. Все, что ребенок фантазирует, все это он. Все это мы покажем, то, что мы имеем. Ну, а взрослые? Да, потом есть у нас такое дальше направление, как молодежное, ну и культурно-досуговое. Мы так условно назвали, есть название такое «Драйв». Для студентов это шоу-программы, это «Яблоко соблазна», которое зарекомендовало уже себя не один сезон. Это студенческая программа «Продвижение», которая будет, вот она уже, 26 ноября, новый сезон открывает. Это и праздники ко дню Святого Валентина, это и всевозможные концерты, которые и во дворце досуговые, и за пределами. А особенно в этом году очень частенько у нас были концерты на выезде, это в зоне АТО. Лидером здесь заслуженная артистка Украины Леночка Белоусова. Да, можем сейчас послушать номер в исполнении Лены, пожалуйста. Пожалуйста. Буде, так і буде все одно.
повсюди, казали добрі люди, він не твій. Я відповідь почула в тій пісні, що забула, він не твій. Але вона розлюбить, вона тебе погубить, зрозумій. Твоя душа заплаче, моя душа пробачить, милий мій. А я не знала того, не знала, як буде, так і буде все одно. Заслужена артистка України Єлена Білоусова. Білоусова. Еще что бы мне хотелось рассказать о предстоящих мероприятиях. Мероприятие, которое было запланировано как огонь оптимизма, жизнелюбия, жизнеутверждающего. Это было запланировано 90-летие Нины Григорьевны Западинской, заслуженного работника культуры Украины. Но 21 ноября в 15 часов мы будем делать вечер ее памяти. Вот. Очень хотелось бы, чтобы в каждом концерте оперной студии мы хотя бы чуть-чуть выполняли кусочек хотя бы тех желаний, тех ее пожеланий, ту ее мечту, которую бы она хотела. Вот одно из них будет следующее. Пение и исполнение оперных арий в исполнении солиста в студии, но под аккомпанемент симфонического оркестра. То есть когда-то она это очень хотела, но сложности были. Там свой репертуар, там свои какие-то. Вот. Слава Богу, что немножко стерлись немножко эти грани, и при помощи оркестра, симфонического оркестра музыкального училища, за что очень огромная благодарность директору училища, сироте Анатолию Архиповичу, что у нас состоится хотя бы частичка этой мечты, мы выполним. Концерт будет еще раз 21 ноября в 15 часов. Вход свободный. Приглашаются все те, которые ее помнят, любят. Вот. Это наш учитель, у которого мы учились жизни, оптимизму, жизнелюбию, профессионализму. Поэтому я приглашаю вас. Ну, для нас это тоже особенный человек, потому что Нина Григорьевна принимала участие в одной из самых первых программ Николаевского телевидения. И мне остается только сожалеть, что в моей творческой жизни моих встреч с ней было не так много, но они были, и она действительно запомнилась, знаете, не только пример вот оптимизма какого-то, а еще и, ну, она до последнего момента, это артистка была. Как бы ни было тяжело. Это харизматичный человек, это талантливейшая женщина. Она смогла сделать в Николаеве профессиональную народно-оперно-вокальную студию, и она это сделала с честью. Студия продолжает работать. Руководителем сегодня Анатолий Сарачан. В студии очень много и новых ребят, и тех, кто был. Поэтому мы готовимся к этому концерту очень серьезно. Я приглашаю вас. Хочу, чтобы это все было снято. Поэтому, пожалуйста, приходите. Спасибо. Что у нас еще интересно, какое новое направление в работе дворца? Это новое направление мы тоже так условно назвали — лаборатория творчества. Инициатор и этого идейный направления, идейный вдохновитель Михаил Федорович Димитров. Наш руководитель, начальник управления культуры Михаил Федорович Димитров. Дело в том, что он прав в чем?
мы все культурные учреждения, культурные силы города, области, мы должны быть солидарны. Мы должны вместе готовить какие-то программы новые. Это здорово, когда культура, она представляет единую общину такую культурную. Тогда легче решаются проблемы. Тогда находится взаимопомощь и взаимоподдержка. Тогда мы понимаем друг друга лучше. Вот у нас на сегодняшний день репетируют, потому что дворец – это единственная профессиональная, технически подготовленная, нормальная сцена для работы хореографических коллективов. То есть у нас сегодня 5 дней в неделю проходят репетиции колледжа культуры. Это мы уже сотрудничаем. У нас проводят концерты, в частности, сегодня в 17:30 концерт симфонического оркестра музыкального училища. И, так сказать, конкретное его тоже пожелание – это работа симфонического оркестра вместе с исполнителями Народной оперно-вокальной студии. То есть вот такие взаимодействия, вот такое взаимосотрудничество, ведь город от этого только выиграет. Получаются безусловно. Новые проекты, новые какие-то формы. Это интересно, это здорово. А что у нас здесь еще? Запланированы конкурсы, это по бальной хореографии, вот в этой в лаборатории творчества. Конкурс «Південний бриз», це більш туди до кінця року учбового, в травні місяці. «Південний бриз» по пам'яті Кізельмана. Кізельмана, да. Здесь будут, мы всегда делаем обязательно мастер-класс. Мы делаем не просто, это не просто фестивали, это не просто культурное мероприятие, концерт состоялся, и мы похлопали и ушли. Это сотрудничество. Это лаборатория. Ведь негде сегодня учиться, если мы друг с другом не будем общаться. Приезжают преподаватели, руководители ведущих направлений из Киева. Едем мы во Львов или в Киев. Это тоже еще одна страничка. Вот это вот сотрудничество, оно должно быть. Этим питаются наши профессиональные «я», будем так сказать. Вот. Что интересно еще, это еще одно направление, которое заслуживает отдельного внимания, отдельной оценки. Это работа дворца над социальными программами для людей старшего возраста. Ну, мы ее так тоже условно, мягко назвали, любя, осень. Это все мероприятия, которые посвящены людям, элегантного возраста, да. Это, конечно, клуб «Наш победитель». Вот. Это клуб любителей искусств. Это ветераны Черноморского завода, которые не забывают дворец и приходят к нам постоянно на все мероприятия. Это и мероприятие до Дня людей похилого віку. Это, ближайшее будет, это вот 22 октября в 13 часов, ко дню освобождения Украины будет отмечаться 71-я годовщина, будет мероприятие «Клуб победитель», куда приглашаются все ветераны войны, все участники и вообще люди преклонного возраста, пусть они послушают свою музыку, свои песни. Для них это очень дорого. То есть это очень не для нас важно. Не только же слушают, а подпевают тоже. Подпевают и поют. И такие благодарные зрители аплодируют. Участвуют. Удивительно. Это удивительно и очень здорово. И я очень благодарна мы друг другу помогаем. Наши коллеги, я так могу сказать. Это городская организация ветеранов. Это наши коллеги по работе. Я им очень признательна за помощь и поддержку. Спасибо вам большое. Мария Николаевна, у нас не так много времени осталось. Я хотелось бы еще показать один номер. Но прежде чем его показать, нужно сказать еще и о том, что ваши коллективы принимают участие во всевозможных фестивалях и конкурсах. Да. Не только на вашей сцене они проходят, но вы еще и ездите по всей Украине, показываете свои таланты. Мы бы хотели, конечно, еще больше ездить. Конечно, бы хотелось. Да. Но уже что есть, то есть. Это мы так называем, вот в какой год, каждый год мы стараемся открыть для себя какую-то новую площадку. Вот весной в этом году мы открыли для себя новую площадку в городе Львове. Поехал судостроитель на международный фестиваль «Золотый лев», за что я очень-очень благодарна народному депутату Украины Борису Юрьевичу Козырю,
Я благодарна предприятию «Рексим». Я очень благодарю Юрия Борисовича Козыря за помощь. Мы бы не смогли сами поехать без них. Поэтому мы очень-очень признательны. Просто там детки есть такие, у которых есть и семья переселенцев, есть и у которых трое деток. Поэтому без вашей помощи мы бы просто не смогли принять участие. А так мы приехали и привезли гран-при. Вот. Здорово, это одна площадка. Місто Кривий Ріг. Был тиждень драматургии, ездил наш «Парадокс». Мы тоже открыли для себя этот город. Это очень интересный город, интересные театральные проекты. Ну и вот сейчас буквально вот 30 октября во Львов уезжает на конкурс, международный конкурс «Самоцветы», уезжает образцовый ансамбль танца «Юнги». Едет в полном составе, это 40 человек. И за что я очень благодарна, мы бы тоже сам дворец, ну так получается, что мы не можем все охватить, все мечты, но нам очень помогают родители. Благодаря родителям «Юнги» в полном составе едут во Львов на конкурс. Мария Николаевна, у нас осталось всего 5 минут до конца нашего эфира. Хотим показать «Юнг». Это 4 минуты. Поэтому есть еще несколько слов, потому что я понимаю, что вы должны... Есть какие-то люди, сегодня без которых, помощи, поддержки которых не может существовать областной дворец культуры. Безусловно. Мы бы никогда не смогли существовать сами по себе. Ну... потому что есть много проблем, которые еще нужно преодолевать. Огромное спасибо родителям, которые нам доверяют своих детей, ездят вместе с нами на конкурсы, возят своих деток, помогают шить костюмы, принимают наиактивнейшее участие в работе дворца. Огромное спасибо Михаилу Федоровичу, это наш инициатор, это генератор идей, это помощник воплощений. Неспокойный человек. Это неспокойный человек, умница большая. Я очень благодарна, что он сегодня руководитель. Это не просто руководитель, это помощник. Вот, поэтому моя огромная благодарность ему. Большое спасибо за понимание и Оксане Альбиновне. Большое спасибо Николаю Павловичу. Он прекрасно знает, что во дворце работает и где нам нужно чего ремонтировать. Это непосредственное участие его. Это очень дорого у вас стоит. Спасибо за то тепло и понимание, которое мы получаем. Ну и самое главное, понимаете, один в поле не воин. И если во дворце хорошо, это заслуга всех, кто там живет. Я могу именно так сказать, кто там живет. Они отдают свою жизнь, они дарят свое время. Они не просто работают, они живут этим дворцом. Огромное спасибо. Я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. І я сподіваюся на те, що будуть наступні, ми будемо розповідати про всі добрі справи, які ви робите, і про всі цікаві справи, до яких залучаєте миколаївців. І пропоную назвати обласний палац культури «Обласний палац культури, виховання і спілкування». І спілкування, правильно. Ну, ітоги підводіть рано. Ітоги ми будемо підводити через рік, коли дворцу сповниться 50 творчих років. Дякую і до наступної зустрічі. А вам я пропоную наприкінці цієї програми подивитися ще номер у виконанні зразкового ансамблю танцю «Юнги».